Москве, в Александровском саду у Кремлевской стены, находится памятник неизвестному солдату и вечный огонь. Охраняют главные святыни нашей победы рядовые президентского кремлевского полка. И в дождь, и в снег, и в жару, и в мороз не покидают они свой почетный пост. О том, как создавался знаменитый кремлевский полк, расскажет нам сегодня бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. Знаете, куда я вас сегодня хочу пригласить? В московский Кремль. В московский, добавляю я. Потому что тут, оказывается, путаница с кремлями-то. Многие думают, что Кремль, он один. В Москве и все. А нет. Почти в каждой крепости на Руси обязательно был свой Кремль. Ну, правда, многие не сохранились до наших дней. В Древней Руси города были небольшими. Их, как правило, окружали высокой стеной из бревен. Такую стену называли городьба. Отсюда и пошло городьба – город. Постепенно города разрастались. К ним присоединяли окрестные земли, села, деревни. Так и получалось, что в центре города оказывались княжеские владения, которые становились хорошо укрепленными районами с крепостной стеной и бойницами для стрельбы. Такие укрепления стали называть детинцами. Дескать, помещение для детей, куда собирали их во время вражеского нападения. Ну, вы спросите, ну, детинец детинцем, а слово «Кремль»-то откуда взялось? Вот для этого, братцы, и понадобится нам наша дорогая Москва. Дело в том, что в Древней Руси словом «кремлевник» обозначали хвойный бор на моховом болоте, а в Москве-то все эти подсказки прям как на ладони. Ну, во-первых, Боровицкая башня имеется, потому что на холме был хвойный бор. Холм так и называли – Боровицким. А во-вторых, рядом улица Моховая проходит. Вот. Значит, тут где-то и Моховое болото было. Вот вам и Кремль с хвойным бором на Моховом болоте. Кремль – сердце нашей страны. Здесь были и первые московские храмы построены. Здесь хранились сокровища русских князей. Да и сама резиденция царей здесь была долгое время. В наши дни в Кремле находится рабочий кабинет президента, множество музеев и памятников старины. У кремлевских стен расположили главную святыню победы нашей страны в Великой Отечественной войне, могилу неизвестного солдата и вечный огонь. Охрану Кремля несет особое воинское подразделение – Кремлевский президентский полк. А если точно – президентский полк службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России. О, как сложно! Это полное и точное название подразделения. Служить в нем – большая честь для каждого солдата. Охранять Кремль, вернее, царскую семью, которая располагалась в кремлевских теремах, начали еще в средние века. Несли эту службу стрельцы, которые состояли на жаловании у монаршей семьи. Но современная история охраны Кремля началась с подразделения латышских стрелков, которые здесь заступили на службу в марте 1918 года. Латышские стрелки – стрелковые дивизии, сформированные во время Первой мировой войны. Отличались высокой дисциплиной и боеготовностью. Во время революции 1917 года большинство латышских стрелков перешло на сторону большевиков. Время тогда шальное, ребятушки, было. Ой, так уж получилось, что всем хотелось перемен, революций. События так быстро сменяли друг друга, что никто понять не мог, что произошло. Кто к власти пришел, кто прав, кто виноват. А людям в провинции так вообще было не понять, что там в столице происходит. Вот политики этим и воспользовались. В общем, к власти в стране пришли новые люди. Захватили Кремль, сели разрабатывать новые законы. Ну, а латышские стрелки начали эту новую власть охранять. Вот так в Кремле и появилась первая военная охрана. Со временем жизнь в стране наладилась, латышских стрелков сменили подразделения российской армии.
1919 году в Кремле была создана школа красных командиров. Их принято было называть кремлевскими курсантами. Они участвовали в разных мероприятиях во время встреч правительства с представителями зарубежных стран и поддерживали порядок на территории Кремля. В общем, уже тогда кремлевские курсанты стали настоящими хозяевами на главной территории страны. И хорошо охраняли. Тогда ведь в России не разбериха была. Может, если бы не кремлевские курсанты, так и Кремля бы уж не было. История кремлевского полка неразрывно связана с историей всей нашей страны. В 1924 году умер тогдашний правитель нашего государства Владимир Ленин. И вот на Красной площади построили специальное здание, мавзолей. Туда-то и положили тело вождя. А охранять мавзолей доверили воинам кремлевского полка. В Советском Союзе, ребятушки, это было самой почетной службой. На пост номер один, а он находился здесь, вот у этих дверей, назначали лучших кремлевских курсантов. Вот так начиналась история первого почетного караула в стране. А в 1941 году грянула Великая Отечественная война. В Кремле сразу стали располагаться главные органы власти в стране. Конечно же, для фашистов Кремль стал главной целью наступления на Москву. Гитлер уже планировал, какой кабинет займет, и мечтал о том, что будет принимать парад на Красной площади. Теперь не только у мавзолея, но и на кремлевской стене стали круглосуточно дежурить наши воины. По приказу коменданта Кремля, кремлевский полк сразу перешел на усиленную охрану и оборону всех объектов. Боевые расчеты ничего не упускали из виду. Солдаты готовы были до последнего защищать главный рубеж страны. 19 октября 1941 года постановлением Государственного комитета обороны Москва была объявлена на осадном положении. В этот период весь личный состав полка вынужден был ни днем, ни ночью не снимать верхнюю одежду вплоть до 20 декабря 1941 года. Боевые дежурства не останавливались ни на секунду. Кремлевцы, рискуя собственными жизнями, ликвидировали несколько сотен фугасных бомб. В 1942 году четыре группы кремлевских снайперов отправили на фронт. Ух, и дали они жару фашистам. Немцы боялись их больше всего. А в 1944 году полку вручили боевое красное знамя. Символ воинской чести, доблести и славы. Осенью 1941 года под Москвой шли тяжелые оборонительные бои. Рубежи столицы защищала 16-я армия под командованием маршала Рокоссовского. У деревни Крюково 7 декабря произошло ожесточенное сражение. Осколки снарядов покрыли всю Крюковскую землю, но все же враг был сломлен. В 1966 году, когда отмечали 25-летие разгрома фашистских войск под Москвой, на той самой земле, где велись оборонительные бои, обнаружили братскую могилу наших воинов. Прах одного из них так и не удалось опознать. При нем не оказалось никаких документов. Было решено перезахоронить героя у кремлевской стены, в Александровском саду, в знак памяти о всех защитниках нашей Родины во время Великой Отечественной войны. С 1997 года постом номер один в России стали считать именно это место. Пост номер один у могилы неизвестного солдата и Вечного огня. Именно здесь все россияне и гости нашей страны могут во всей красе, если можно так сказать, увидеть знаменитых на весь мир воинов-кремлевцев. Их торжественный шаг копируют патрули всех стран мира.
Но он давно уже стал визитной карточкой нашей столицы. Весну 1965 года военнослужащие полка встречали с большим подъемом. 7 мая указом Президиума Верховного Совета СССР за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и достижение высоких показателей в боевой и политической подготовке отдельный полк специального назначения был награжден орденом Красного Знамени. С тех пор название полка несколько раз менялось, но в этот день, 7 мая, теперь отмечается полковой праздник – День Кремлевского полка. Во время вступления в должность президент России принимает парад полка. У Кремлевского полка есть еще одна святыня. По благословению Святейшего Патриарха личному составу полка была передана освященная икона Георгия Победоносца, покровителя и всего русского воинства, и нашей столицы Москвы. Святой Небесный Покровитель собирает небесное воинство, чтобы земное воинство всегда было в строю и стояло на страже и Кремля, и всего нашего Отечества. Ну что ж, пора мне. Дел ведь много. Служба у нас у кремлевцев такая, да? Не только в караулах стоять, да, но и еще многому поучиться надо. Кланяюсь вашим родителям, ребятушки. И храни вас, братцы Господь, от всех невзгод и напастей.